пламенный привет, ребята! С вами, как всегда, Юра Чедимка Федоров, и сегодня у нас битва пилотов GTA 5. Всем привет, ребят! Короче, ребятки, сегодня мы решили просто навестить опять-таки наш форт. Вы прекрасно его помните, для того, чтобы угнать самолеты, в которых, скорее всего, будет что-то очень интересное и вкусное. На самом деле, еще нам предстоит узнать, что же нам получится, так скажем, спереть. Но, тем не менее, мы сегодня в виде такого военного конвоя, без палева, сейчас заедем, надеюсь. Если у нас это получится. Да, я тоже на это надеюсь. И главное это то, чтобы там стояли самолеты, потому что их могли убрать после нашего последнего там визита. Да. Самые такие наглые ребята, типа, скажут, катаются тут постоянно, все дерут у нас. Нормально. Слушай, неплохой такой грузовичок. Да, кстати, очень такой длинный. А, слушай, может мы что-то сюда еще стыбзим? Хотя, может, так-то было бы идеально, конечно, загрузить сюда оружие, загнать в титан и угнать, но мне кажется, там не будет места. Так, смотри, они стоят, слышишь? Да. Слева вон, я вижу еще один. Слушай, так, я, наверное, сейчас слева как раз-то и украду. Давай, ты слева, короче, я какую-нибудь сейчас справа тут. Так, я что заберу? Розовый не хочу, синий не хочу, тогда я зеленый возьму. Забирай. Так, без палева, без палева. Сейчас попробую взломать, слушай, так, ключи. Так, самое главное, чтобы не было охраны, ПВО было выключено и не было истребителя, а то будет жестко. Так, все, короче, у меня пока что нормально, я тыбзю. Все, я готов. Так, я тоже вроде... Так, военные едут. Вертолет. Чинук еще взлетает, аккуратней. Так, военные едут вон, короче, на... Я понял, ладно, я улетаю. Я просто улетаю. Ой, сейчас красиво взлетать будем. Параллельно идем. Погнали. Так, главное сейчас не врезаться в эту башню. Тихо. Что значит не врезаться? Ты куда полетел-то? Что происходит? Подожди. А, я тебя не заметил. Слушай, я от башни пытался вернуться, Тихо. Ты что делаешь, господи? Давай мы доставим, в сохранности эти самолеты и нас. Да, самое главное. Что-то тесновато в воздухе внезапно стало. Слушай, мы с тобой, фигурное катание в небе устраиваем. С тобой как-то синхронно все делаем. Это точно. Короче, ладно, погнали на наше место сбыта, собственно, и постараемся в целости и сохранности приземлиться. Погнали. Ну что ж, давай уже откроем наш трап и посмотрим, что же там стоит внутри. Я прям в предвкушении. Короче, зеленый тогда получается. Да. Давай сначала с моего начнем. Секунду, вот. Так. Нифига. Это что, это? Нифига себе. Это Бугатти Дива. Откуда у военных такие бабки на такие машины, а? Слушай, мне кажется, что это нифига не военные, они, походу, контрабандой занимаются. Охренеть. Сейчас, попробую свое тоже посмотреть, что у меня тут было, Это тоже интересно, ну-ка. Слышь, это тоже Бугатти, слышь. Сорвали, две Бугатти. Охренеть. Охренеть. Слушай, а ты прикинь, если все самолеты, которые стояли на военке, и все с Бугатти. Слушай, мы же еще раз туда смотаемся, а? Блин, мне кажется, нас встретит там горячо. Такое себе. Круто, на самом деле. Ну ладно, ребята, мы угнали по две просто лютых тачки, сейчас мы их прямо прокачаем и, собственно, потом пойдем попробуем на них пройти ряд испытаний. Так, в принципе... Так, я думаю, что сразу автоапгрейд. И почему мне постоянно падают тапки от бэхи? Мне что-то это бесит. Ну, они там последние, получается, бэшные остаются, Так. У нас вроде вот здесь все самое вкусное. Так, это стандарты. Ого! Блин, тапки от Бугатти нету. От Бугатти нету, зато есть Воссоны, которые вы любите. И, кстати, они довольно нехерово смотрятся на Бугатти. Прям вообще нормально. Я еще даже цвет сделаем, в принципе, такой. Дефолтный. Так, гоночная подвеска, броню я уберу. Основной цвет. Слушай, наверное, вот такую лютую желтую. Правда, мне неончик не нравится немножко. Ну ты, короче, там, не знаю, поменяй там что-то. Так, это тормоза, да? Ух ты. Сейчас просто будет полный сок. А ты видал, как это все делается? Я понял. Сейчас мне нужно еще и дополнительно красить, она у меня из двух частей состоит. Серьезно? Да. Это, кстати, интересненько. Так, а у меня неоновые огни, к сожалению, здесь не горят. Так, крышки еще поставлю сейчас. Так, дополнительно. Ну, я вроде закончил, офигенно, я сделал низ, под цвет голубой полоски, верх желтый, какая соска, а?
Да, просто да, лютейше. Я сделал у себя. Слушай, у тебя тоже неплохо. А у тебя неончики есть, а у меня нету неончиков, короче. Я такая ставлю, в принципе, пускай будет розовый. Вообще нормально. Блин, вообще нормально, вообще нормально. Прям классно получилось. Что ж, ребята, пишите в комментариях, чья Бугатти вам больше нравится. Не будем учитывать цену. Моя вроде как вообще в единичных, там, не знаю, экземплярах, потому что это... Не знаю, 8 штук или сколько? Да, да, то есть всего ничего буквально было. Короче, давай отправимся на быстрое испытание и посмотрим, на что способны наши малышки. Погнали. Ребята, если у вас слабый компьютер или вы по какой-то другой причине до сих пор не играете в GTA Online, то я приглашаю вас поиграть вместе со мной в криминальную Россию на проекте NextRP. Здесь ты сможешь пройти жизнь от обычного парня до самого известного человека на сервере, найти себе друзей, купить самый дорогой бизнес, дом, тачку и жить в свое удовольствие. Также вас ждут ежедневные мероприятия, ивенты и даже свой собственный Battle Royale, который, несомненно, понравится тем, кто любит голодные игры. Играй вместе со мной на проекте NextRP, а также вводи мой промокод Юрыч при регистрации, чтобы получить отличные бонусы в игре. Ссылка на скачивание лаунчера в описании. Ну что, Ваня, как думаешь, может устроим ночной заезд? Да, слушай, хорошая идея, мне нравится такая, в принципе, погодка хорошая, можно и погонять. Но самое главное, это платная трасса, здесь вроде как не должно быть никаких зевак, все да, будет отлично. Да, поэтому все будет быть... Слушай, у меня есть еще лучшая идея, давай мы с тобой забьемся на бак бензина, кто проиграет, платит за бензин. Слушай, хорошая идея, короче, держи рацию, чтобы мы могли с тобой давай, общаться давай, на расстоянии и погнали. Ну что, Юрчик, давай на 3 гудка, у меня гудка нет, поэтому давай ты. Эх ты, блин, на своей пластмассовой Ауди. На меня пневмо вместо гудка, давай. Так. О, суббесто просто, ну давай, узнай, что такое настоящий дикий мустанг. Обалдеть, какая скорость? 160. Сколько? А, ну в принципе... 180. А, ну тоже 180 иду. 200. Тоже 200? Какая скорость? 210. 230. 30. Господи, твою ж мать! Молодой, ты что творишь? Чувак, что творишь-то? Обалдеть, ребята. Не, ну ты попал. Не, ну, просто понимаешь, это ремонт, братишка. То, что по встречке ехали. Сколько надо? Сколько надо, Юрчик? Давай десятку. Вот, все, от души. Все, давай. Да, да, больше не нарушай. Еще извиняюсь. Эх, Юрчик, ну теперь-то я же тебя точно побежу. Да это вообще, у меня движок просто сломан. Чихпых. Теперь уже не о бензине будем думать, а о ремонте, да. Поехали на СТО. Погнали. Блин, ребята, у нас просто лютейшие быстрые тачки. Надеюсь, что эта поездка в 8 км окажется просто мгновенной. Просто с места рвёт, да, я тебе говорю. Да. Кидай гранату, в принципе, и... Так, надеюсь, мы не взорвемся, да? Я тоже немножко отъеду, ну его нафиг. Да. Опа! Оп! Кому-то забор сломали, но ничего, нормально. Слушай, она прям с места как пушка, смотри. Да. Слушай, у меня 130. 140. Нифига, так, надо быть аккуратным, потому что прям капец трафик. Опа, я чуть бота не срезал, прикинь. Я, кстати, тоже пару раз чуть не поцеловался. Ну почему на тебя засмотрелся-то так? Не поверишь, ладно. Я хотел тоже под билбордом проехать и в последний момент передумал. Нормально, я тебя сейчас догоню, тут в принципе-то изи. Слушай, ну мне интересно, какие у них максималки, я вот еду 180. Я с 200 уже. 200? 200, да, братик. Лютуешь вообще по тёмной. Боты. Её крутит, ветит, главное, все нормально, я нормально еду. Да прикинь, а у меня 182 на ускорение, на спринте, это максималка, офигеть. Но у меня 200 вот держится, она как бы и едет вот 200 вот. Ну это хорошо. Прыгает 190-200, но сам понимаешь, как бы такой разброс. Воу-воу-воу-воу, меня с дороги выкинуло. В принципе, слушай, я тебя догоняю. Ну ты должен догонять, у меня 180 максималка. Полпути уже как бы позади, я не знаю. Блин. Тихо. Сейчас начнется серпантин, вот здесь на самом деле качество управления будет проверяться по полной. Ты видишь, что происходит? Посмотри налево. Я видел, да. Я на сценарии тебя видел, что ты летишь. Фак. Ладно, я выйду как бы здесь на дорогу. Так, блин, я, короче, я не знаю, я поехал за тобой, получается, объехал также сбоку и меня кидануло. А, ну да, на бровочке-то может выкинуть, это же GTA. Да. Тяжеловато. Нет, ты прямо капец как просто едешь. Ну, кстати, она по управлению неплохая. Ну тут прямо ее кидай, знаешь, как будто у меня все колеса восьмерка и я просто тут как не знаю. Блин, мне на самом деле кажется, что максималка у тебя все-таки вообще хорошая. Офигеть, я только что, короче, не справился с управлением, врезался в дерево, сделал бочку, встал на колеса и дальше поехал. Серьезно? Вообще это было красиво. Фартит. Ну походу. Так. Ты сколько там у тебя осталось? Господи. Мне осталось один, но я немножко не туда поехал. Вместо дороги я проехал по земле. Едь, родная, едь. Прошу.
Так, что-то я слишком много болтаю, видимо, и меня так кидать с дороги видно. Стало. Тихо. Вот ты, кстати, довольно-таки близко. Ну такое, я бы не сказал. Ну тут уже, наверное, не догонишь, даже если я врежусь. Да. Тут уже да. Вот так, это ну, было жестко, я чуть с горы не улетел, прикинь. Ну, лучше бы ты улетел. Просто белый забор снес и сам чуть не ушел. А я понял, о котором ты заборе говоришь. Да-да-да, все, я наверху, да, я приехал. Ну, у меня тут 700 осталось, как бы, не знаю, можем сразу к следующему переходить. Да, что ж, ребята, блин, ну это было очень сложно, но, тем не менее, проверочка на скорость только начинается. Погнали на прыжок с трамплина. Погнали. Ну что ж, ребята, в спринте я слил, зато, мне кажется, здесь я должен точно втащить, поэтому давай, погнали. Давай-давай. Кидать, честно говоря. Блин, на самом деле ускорение у нас одинаково, вот максималка упирающаяся. 200 уже. Уже 200? Уже 200, уже 230. Умай. 250. Понятно, понятно, 240, все. Ты тоже, в принципе, неплохо идешь, 260 у меня вот. Так, ну я в потолке уже, 250 так, потолок мой. 270, и я вот пошел. Ты выше. Хотя подожди, не-не-не, если я сейчас режусь, или тебя откинет? Не, блин, я в дерево врезался, я мог по крышам проехать, да. Ну ты бы тогда не атаковал, мне кажется. Ну такое. Ну блин, на самом деле не такая большая разница, тоже примерно где-то в 20 км, да, по максималке. Да. Ладно, ребятки, 1-1, старый Бугатти здесь показал, что старые не значит плохие. Ну да. Ну и, короче, следующее испытание дерби, погнали. Погнали. Что ж, ребята, давайте теперь проверим, кто же выстоит на дерби. Поэтому кидай гранату. У тебя она ниже. Я знаю, что дива она ниже. Ты меня можешь сейчас прямо кидануть, и я улечу далеко-далеко. Ох ты. Вроде нормально. Тихо-тихо-тихо. Не-не-не. Блин, меня шлифует. Да, меня да, шлифует. Да. Ты чего? Ох ты, нифига, аж перевернул. Подожди, меня еще кидануло далеко. Ну такое. А на самом деле, знаешь, максимально быстро, но ты шлифуешь. Я шлифую, я пытался от тебя как-то спрятаться, а ты в итоге бам-бам-бам, не жалей меня, абсолютно. Короче, такое. Окей, балл остается опять-таки Бугатти. Какая разница, и там Бугатти, и тут Бугатти. Да. Ладно, ребята, следующее испытание, да. Что ж, ребята, следующее испытание, это поездка по песку. Хочу сразу сказать, что тачки для этого не приспособлены, но будет интересно посмотреть, как они справятся. Да, короче, кинул гранату и, в принципе... Давай. Вдоль берега поехали. До скалы. Блин, нифига, да, ты да, как да, родной да. Вообще поехал, как будто ты здесь всю жизнь катаешься. Ты да? Да. А ты утонул, что ли? Не-не-не. Это что, прилив? Алло? Какой прилив нафиг? Так, блин, ты меня обгоняешь прям. Подожди, у тебя она тоже выпуливает неплохо. Или она у тебя на дороге стоит лучше, потому что смотри, что у нас происходит. Ее носит просто охренеть. Да. Так, ну теперь родной чисто, я не знаю, у кого зацеп лучше. Ну так-то да, но тут знаешь... Тут как бы попасть бы сейчас еще. О-о-о! Почти попал, ты не дал. Тихо, это же финиш. Бум! Бам! Все, я доехал кое-как. Я попал, но меня все равно развернуло, цепануло прям там, я не знаю, жопку мою. Я, короче, попал, знаешь как, так что лямов, наверное, на 2-3 по ремонту. Еще лям тебе на. Да. Еще лям, нормально. Блин, ребят, ну очень мощно на самом деле. Тачки попали сегодня просто офигенные. Пишите в комментариях, а нравится вам Бугатти или нет. Хотели бы себе такой? Ну-ка, честно, пишите в комментариях. Я попал на кучу лямов, короче. Ты вообще утонул, что ли? О май гад, я тебя спасу, но это не точно. В общем-то, ребята, вот такая была сегодня серия. Если вам понравилось, то поддерживайте каналы лайком и не забывайте подписываться. Всем спасибо и всем пока. Всем пока, ребят.